Здравствуйте всем. Всем интересно, какие цены у нас в Сибири, в городе в Новокузнецке, на какую сумму можно прожить и какие цены. Бюджет 5000 рублей. Ну, как обычно я это делаю. В основном закупка у меня примерно на неделю, может быть, -10 дней. И что-то еще будет докупаться. Ну вот примерно я выложила. Ну почти все. Вот еще пакет. Значит, что входит в эти 5000 рублей? Взяла для посудомойки. Ну тут и не только продукты. То есть мало что не из продуктов. Был по акции 139 рублей литровый ополаскиватель для посудомойки. И не могла также устоять, как раз заканчивается порошок. 3-килограммовый взяла, 509 рублей. Мыло, это как раз не из продуктов, что, и я сразу убираю их. 42 рубля за пачку 5 штук мыла. И вот такая вот банка. В виде футбольного мяча к Олимпиаде 89,99. Мясо. Это грудинка 229 рублей за килограмм. И 250 рублей окорок свиной. Здесь где-то 200 кило, и здесь кило получилось. Ну, мясо мы как бы еще планируем докупить. А сырков взяли различных. Где по 5 рублей, где по 7 рублей выходило. Наверное, штук 20-25 разных. Ну, там так на перекус и ребенку, вот и к чаю. С разными вкусами. Картофель. Он был по акции 15 рублей за килограмм. Лук репчатый. Также где-то в пределах 20 рублей за килограмм. А бекон вот такой взяла. Получается 159 рублей за 200 грамм. Сыр рикотта. Так, 250 грамм, что-то по акции 80 рублей. А сиртаки также, сколько он, 250 грамм, по-моему, вот это большая пачка. А, 330 грамм, также по акции стоил 90 рублей. А еще из сыров косичку взяла, 70 рублей за 100 грамм. И вот такой вот российский твердый сыр. 379 рублей 99 за килограмм. Апельсины сочные. Получилось у меня почти 400 кило по 39,99 за килограмм. А вот такой вот сорт яблок 90 рублей за килограмм. Где-то 200 кило получилось. А бананы по 55, чуть с копейками, за килограмм. А вот эти вот груши очень вкусные, спелые. 129 рублей 99 за килограмм. Получилось 1,5 килограмма. А взяла на пробу нектарины. Так, нектарины. 155 рублей за килограмм. Взяла 3 штучки, около 200 грамм на 27-28 рублей. Абрикосы 169,89 за килограмм. 510 грамм взяли. И вот такие вот еще яблоки по 99,99. Около килограмма. Два молока. Одно молоко 54 рубля. А гранат. Сок
79,99. Салат 29 рублей. Йогурт 30 с копейками, не помню. Так, две сметаны, пепси, огурцы 129,99 за килограмм и помидоры 106 рублей за килограмм. Вот такая лазанья 58 рублей. Это как лапша такая пластами. Лазанью делать. Так, еще курица у меня получилась. Тоже взяла 129 рублей за килограмм. Где-то 1,4 кг она. Сахар. Сгущенное молоко. Геркулеса. Две упаковки. Мне нужен просто для одного дела. Я потом покажу рецепт овсяной печенья. А также какао напиток я взяла недорогой. Короче, овсяные батончики потом буду делать. И кунжут для этого дела я взяла. Булочки. Даниссимо. Кофе в зернах. Хлеб. Вторая геркулесовая. Вот такие карамельки Бонжива маленькие. Что-то они не обошлись. 150 рублей за 900 грамм. Масло Алира. Мажетель. Мед. Морковка вот такая вот очищенная. Курица гриль. И вот таких вот два пакета. Где он второй еще? Также был по акции 110 рублей за килограмм. Где-то, наверное, кило 600 или кило 700, в общем, я взяла. Это смесь студенческая, орехи, цукаты, изюм. Также мне вот для банки. Еще сладкого вот таких. Три шоколадки больших. По 200 грамм. Производство Финляндия. Вот с таким крупным фундуком молочный. Одна шоколадка стоит в пределах 190 рублей. Литровая сорти для мытья посуды. 59 рублей. Да, еще я взяла отбеливатель. Две упаковки. Ну, на этом все наши покупки. Спасибо за внимание. Спасибо, что смотрите до конца мое видео.